Привет, мои дорогие! Ура! Наконец-таки я нашла время, чтобы снять очередное видео. Почему? Потому что у меня настолько было активное лето, что если перечислить, то в начале июня я была в Швеции, в Дании, потом банкет директоров в гостином дворе в Москве, потом я переехала в Омск на постоянное место жительства. Была потрясающая конференция для лидеров Сибири, Дальнего Востока в Китае, в Хайхэ. И потом я приехала в Омск. Дальше у меня ребенок сломал руку в Краснодаре, я полетела туда. Мероприятие для лидеров компании Oriflame в Питере. И там я выступала в качестве спикера, в качестве приглашенного. Мы жили непосредственно там в 5 минутах от Петра дворца в Петергофе. Для меня это были очень яркие впечатления, потому что когда-то, когда я была маленькая, где-то мне было 7-8 лет, я жила в Питере 3 года. Меньше чем через месяц я поеду на лайнере, там будет уже несколько стран, но об этом я вам позже расскажу. Потолок номер 12, настоящая бомба, впервые я увидела в Питере, и он меня захватил. Я не знаю, сколько десятков количеств раз я его перелистывала, перечитывала, постоянно что-то находила новое. Основная тема каталога — это «Будь в тренде». То есть этот каталог, гид по стилю, и вы в нем найдете много полезной информации обо всем, что необходимо этой осенью для создания модного образа, профессионального. Качество макияжа нужно много различных кистей. У профессионалов их может быть до 50 штук, которые они постоянно используют. Ну или как минимум 8 кистей, необходимых для макияжа глаз и губ. Основные кисти вы можете посмотреть в мини-наборе. Классный набор. Во-первых, очень удобный. Посмотрите, здесь одна съемная ручка и насадки, 8 насадок. А набор удобен тем, что его можно с собой носить в косметичке, в дамской сумочке. И по слухам до меня дошло, что известный визажист Андрес Роскулес уже опробовал этот набор и его хвалил, говорил: «Вау-вау, Oriflame, молодцы, что такое создали». Да? Его мнению я доверяю, поэтому обязательно себе приобрету. Следующая страница, и это хит продаж, лайки нового поколения. Они все созданы в тренде модных тенденций 2014 года. Наши френч в этом сезоне необычные. Приветствуется использование контрастных цветов и четкие геометрические пропорции. В каталоге вы можете приобрести лаки с 50% скидкой. Моя коллекция лаков, и, конечно же, я пополню. Компания Oriflame предлагает большой выбор стильных модных аксессуаров, которые вы можете найти в одном каталоге. Во-первых, это сэкономит вам время, то есть не нужно искать информацию о трендах в журналах, на сайтах, где-то какие-то магазины. Да? Во-вторых, это сэкономит деньги, потому что компания предлагает покупать модные аксессуары по доступным ценам. Графический стиль был представлен в неделе высокой моды в Москве Валентином Юдашкиным и Машей Цыгай. Интересно, сумка футуристика, имеет простую вертикальную форму, похожая на пап. Выполнено сочетание 3 цветов, белого, черного и василькового. Да? В же стиле сделана обложка для паспорта и брелок-подвеска. Паспорт я себе обязательно обложку приобрету. Богемный стиль, и его еще называют мокаше в стиле голливудских звезд. Для макияжа в богемном стиле подведите коричневым карандашом нижнее веко. Или помада, например, из коллекции 5 в 1 розовый персик. По акции вы можете купить сейчас 2 помады с 50% скидкой. Если в вашем гардеробе пока отсутствуют наряды с животным принтом, или вы боитесь переборщить с этой тематикой, то сочетание шарфа, браслета, сережек и клатча — это будет писк, это будет, вы будете в тренде. С нетерпением жду коллекции «Зов джунглей». Она мне как раз идеально подойдет к куртке, которую я купила в Дании. Как раз вот этот вот шарф с звериным принтом. Причем шарф, посмотрите, какой размер. Это 2 метра на 1,40 м. То есть плюс клатч. Для такого стиля и макияжа будет идеальные тени, блестящие оливковые. Это крем тени, мне сейчас тоже со скидкой. Они у меня практически во всех оттенках.
И видео о кремах в тенях вы можете найти на моем канале. Помада с коллекции совершенства стиля. Это либо кремовый бежевый, либо розовый бежевый оттенок. Возвращаясь к моему наряду и к моим аксессуарам, я немножечко подправлю макияж. Его сделаю немножко в синей гамме. Как вы видите, тени, достоинство этих теней, что они перекрывают предыдущий слой. И у меня, посмотрите, здесь получилось такое зеленое-синее, зеленый-синий переход. А так выглядит оттенок розовый беж. В этом каталоге также со скидкой тональная основа Illuskin, она сейчас на мне. Используя корректор для век, вы сразу мгновенно выйдете на несколько лет моложе. Ну и, конечно же, для закрепления макияжа обязательно необходимы пудры. Европейский маникюр самый безопасный. Почему? Потому что он выполняется на сухих руках, обрабатывается кутикулу при помощи специальных смягчающих средств, и кутикула отодвигается при помощи апельсиновой палочки. С таким маникюром уже, наверное, более 10 лет. И вместо палочек использую просто ногти. Первое – это питательное масло «Уход для ногтей» The One. Для ослабленных и слоящихся ногтей. Питает ноготь за счет входящих в него комплекса масел. Это сладкого и земляного миндаля, масло подсолнечника, ягодных семян маликвы, клюквы, морожки, экстракта розмарина и витамина Е. Препятствует расслоению ногтей, укрепление еще за счет того, что там есть оливковое масло. Оливковое масло не надо наносить. Вот. Это масло проверено. Его, может быть, перепаковали, чуть улучшили формулу. Его покупала я много лет и постоянно им пользовалась. Оно реально помогает, что я делала. У меня масло было всегда на видном месте, стояло на работе. И каждый день я мазала кутикулу. Почему именно кутикулу? Потому что именно кутикула и вот здесь вот нижняя часть ногти, она как раз таки подпитывает ноготь, и потом он растет, и как только ноготь срастает, он становится крепким и не слоится. Сейчас стало все гораздо проще, я принимаю витамины, поэтому проблема с ногтями вообще отпала, так как и копной волосы перестали выпадать. Ну, я рассказывала, я принимаю комплексно. Новинка будет скраб для удаления кутикулы, это новиночка. У меня такого не было. Здесь что является? Здесь идет специальная антиоксидантная формула на основе масла жожоба и красной водоросли. Она смягчает кутикулы и потом, то есть как его наносить? То есть на 1-2 минуты вы нанесли, помассировали, кутикула у вас размягчилась, смыли водичкой и потом просто так же отодвинули. Ну, вот я использую так вот ногтями. После того, как я лет 10 использую такой маникюр, у меня кутикула практически не растет. То есть вот этим вот маслом я размягчила ее, и моя кутикула привыкла к тому, что я ее постоянно отодвигаю. Также у нас есть, появился гель для отбеливания ногтей. Но если вы используете покрытие The One, да, даже самый яркий оттенок лаков, у нас преимущество лаков того, что он не темнит пластину. Но если у вас такая проблема есть, что ж, пожалуйста, вам гель. Для снятия лака новинка, бонус в том, что при снятии лака вы одновременно еще и ухаживаете, потому что в него включили 4 масла. Это сладкого миндаля, оливковое, соевое и подсолнечника. 4, конечно же, любой макияж мы завершаем тушью. В этом каталоге у нас 4 вида туши со скидкой. Первая – это объемная тушь, она в синем, темно-синем оттенке, вы можете смотреть, ну, видеть. Какое достоинство? Да, хороший объем, но мне не нравится то, что она немного осыпается. Чем-то она похожа на тушь 5 в 1, вы наверняка слышали об этой туши, кисточки. Это самая продаваемая тушь в Oriflame. Я не знаю, штук 15-20 точно этих туш у меня было. Следующая – это новинка, водостойкая тушь. Она делает хороший объем, в принципе, хорошая кисточка, да, но минус в том, что когда я поехала на море, я не взяла с собой жидкость для снятия водостойкой косметики.
И мне приходилось очень сложно ее несколько раз надо было убирать, убирать, убирать средством. Но плюс в том, что в отличие от этой туши аналог, она у меня сыпалась, это не сыпется. Тушь действительно долго держится. Supreme от Giordani Wall. Эта щеточка ни с чем не похожа. Эта тушь идет сейчас 50% скидкой. И ее бонус в том, что она не только там подкручивает, делает объем, но и ухаживает. Здесь 6 видов воск, 6 видов восков. И содержит она масло оливы, что-то там еще акации, по-моему, касторовое масло. То есть она классно ваши ресницы восстанавливает. Безусловно, макияж творит чудеса. Но если на вашей коже прыщи, угревая сыпь, то извините, тут уже сложно будет чем-то замазать, неровности все равно видны, и практически, да, какое-то тональное средство справится, но все равно неровности будут. Для меня самое лучшее средство это Вир Клиник, восстанавливающий крем-гель для проблемной кожи Вир Клиник. Это космоцевтика. Это не просто серия, это космоцевтическое средство. Зайдите в аптеку, посмотрите, сколько стоит космоцевтика. Это средство подойдет для всех возрастов, у того, у кого угревая сыпь, либо идут высыпания на продукты, либо когда идут критические дни. Да? То есть, поэтому это средство я использую, когда у меня локально, когда у меня появились прыщи, либо нежелательные дни идут, наношу и все в порядке. И я всегда его 100% беру в отпуск, потому что в отпусках у нас идет смена климата, еды, стрессов. Оно у меня уже закончилось, поэтому я его обязательно приобрету. Хватает на год. В 25 лет, хотите этого или нет, появляются первые признаки старения. Что это? Тусклый цвет, неровность на коже, первые мелкие морщины, расширенные поры. Они могут усиливаться из-за быстрого ритма жизни, проживания в мегаполисах, стрессы. У косметологов есть специальный термин такой кожи – стрессированная кожа или уставшая кожа. Поэтому для предотвращения старения с 25 лет обязательно важно использовать уходовые средства для лица и за областью, обязательно вокруг век, с высоким SPF фактором. Ура-ура! В 13-м каталоге компания запускает новинку серии True Perfection, которая состоит из дневной ночной крем-сыворотка и крем вокруг глаз. Новая серия прошла более 50 клинических тестов. Это дает уверенность в качестве продукции. Уже в новом каталоге, в 12-м каталоге, мы можем попробовать мини-версию сыворотки из этой серии. А что такое сыворотка? Это продукт быстрого реагирования. Она встраивается в любую серию, в любой базовый уход компании Oriflame. Почему? Потому что компания разрабатывает формулы так, чтобы они взаимодополнялись и замещались. Используя сыворотку, вы получаете мгновенный эффект. Вообще, как бы, сыворотки, они усиливают действие любого крема примерно в 2 раза. Они проникают глубже, доносят ту молекулярную, что вот кремовую структуру, что вот есть крем, туда более глубокие слои, чтобы все регенерирующие функции сразу работали. И вообще действие именно этого продукта в том, что это эффект выспавшегося лица. Вот эта вот усталость, она очень быстро снимается, мгновенно снимается. Поэтому пробуем, смотрим, оцениваем и пишем в комментариях. Ученые доказали, что на 80% признаков старения нашей кожи мы с вами можем повлиять. Для этого нужно использовать серии крема, которые направлены на разные слои кожи. Первое, это если ваш возраст 35, скидка минус 35% на серию Экологен. Серия со стволовыми клетками. Эта серия, такой бешеный запуск был, такие продажи в Питере, когда с нами общалась ведущая косметолог Oriflame России,
Она рассказывала, что когда встречалась с Оленом Мавоном, который создал эту серию, а ее разрабатывали, тестировали порядка 8 лет, когда они начали изучать аналоги, только вот стволовые клетки только-только начали использовать в косметике, то когда они сравнивали, да, этот, например, крем-конкурент, ну, в два раза улучшает, да, показатели кожи, где-то в три, а эта серия на 200% усиливает, восстанавливает кожу, там, коллаген, то есть подтягивает каркас. Алина говорит, мы просто обалдели от этого. В общем, и действительно, и да, вы можете сейчас увидеть аналоги, есть в Диоре, но там два активных компонента, здесь три. В Ланкоме там средства, посмотрите в аптеке, сколько они стоят. Хоть мне 34 года, но я не устояла и уже попробовала эту серию. Да, хороша серия, даже для комбинированной жирной кожи. При том, что в этой серии тоник дает эффект легкого пилинга. Он увлажняет за счет содержания аминокислот и гликолевой и лимонной кислоты. Как вы знаете, наше лицо держит коллагено-эластиновая сетка. Это каркас нашей кожи. И с возрастом эта сетка, к сожалению, разрушается. 40-45 лет – это возраст, когда уже обозначает проблема оплывания овала лица. Причина. Белки, коллаген и эластин не вырабатываются в нужном количестве, и поэтому овал потихонечку оплывает. Для восстановления выработки основных белков нужно средство, которое будет подталкивать, заставлять принудительно клетки работать. Космоцевтика – это гораздо выше уровень ухода за лицом. Вы можете также посмотреть в магазин, сколько эти средства стоят, и если их выпустили в обычную продажу в магазинах и аптеках, то они стоили примерно от 3000 рублей. Избавиться от мелких морщин нам прежде всего поможет гиалуроновая кислота. Что это такое? Это вот вообще у нас в коже у нас есть гиалуроновая кислота, но с возрастом 30 лет, то есть она бух-бух на высоте, а потом и пошла вниз просто под отход. Что такое гиалуроновая кислота? Она к себе притягивает молекулы. То же самое, вот как вот магнитик вы поставите, так все у вас там собралось, так же и здесь. И когда гиалуроновая кислота, когда она, во-первых, проникает очень-очень глубокие слои кожи, она очень-очень миленькая, вот мелкозернистая, не знаю, как даже объяснить, но когда она туда попадает, она всю воду впитывает, как мух притягивается внутри, сверху, да, и, соответственно, ваша клеточка, она такая наполнена, она хорошая, да. Если у вас кукожаная клеточка, да, вот это как, например, виноградинка, изюмчик, да, что можно потом, как можно клетку подпитать, если у вас клеточка никакая, маслицем там или еще чем-то, активными компонентами, нет, именно что гиалуроновая кислота, она расправляет и клеточку делает полноценной. Упругость и плотность и коллагеноэластичной сетки у нас делается, восстанавливается за счет специального белка, пептида-трипептида, я не помню, как он называется, который восстанавливает поврежденные волокна. Быстрый визуальный эффект подтяжки происходит за счет чистого ретинола, который является топливом для всех клеток. Он их толкает и, скажем так, как заставляет работать. Эти необходимые продукты для подтяжки лица, шеи, декольте вы можете приобрести в этом каталоге с 40% скидкой. 40-45 лет у женщин снижается выработка основного женского гормона эстрогена. Ну что тут сказать, тут уже взгляд меньше блестит, и волосы становятся тусклыми, и кожа как-то никакая. Вот и именно что здесь нарушаются все защитно-восстановительные функции, тут же сразу бабах тебе сетка морщин, ухудшение, да, то есть эстроген не работает, рецепторы не видят этих гормонов, и все, и дальше не толкает. То есть восстановление, вот именно восстановление молодости, да, кожи, она замедляется. В этой ситуации может помочь фитоэстрогены. Их недавно стали использовать. А фитоэстроген, который аналог
женского полового гормона, который рецепторы воспринимают как свой. Привет, привет, давай, заходи, хоп, и дальше толкают на выполнение определенных функций в жизнедеятельности нашей кожи. У нас есть серия «Власть над временем», которая просто побила все там продажи, она настолько эффективна. Что туда входит? Во-первых, туда входит гемистеин-соль. Это фитоэстроген, который похож по своим свойствам на женский, как раз таки, что я говорила, гормон. И почему именно фитоэстроген, гемистеин сои? Просто так гемистеин никуда не пойдет, он слишком крупный. Поэтому гемистеин заключен в капсулы. Это капсулы созданы из липидов маленького размера. Они по составу очень схожи с нашим, с липидами нашей кожи. Поэтому это как транспортное средство. Хоп, гемистеин заключили, и маршрутка едет, тык-тык-тык-тык-тык едет. И то, что липиды очень похожи с нашими, везде маршрутку пропускают. Везде зеленый свет. Поэтому гемистеин попадает в глубокие слои кожи. А что дальше происходит? Гемистеин выходит. Да? И вот этот вот гормон, который рецепторы воспринимают как свой, там ура, там соскучились по этому гормону, в 45 лет их практически уже замедляется выработка, он тут же его берет, соединяется вместе и идут дальше восстанавливать вместе глубокие слои клеток кожи. Так идет регенерация. Средства по уходу за кожей, особенно за зрелой, нужно менять на аналогичные и чередовать примерно месяц через месяц или месяц через полтора-два. Почему именно так? Наша клетка обновляется в течение дней примерно количеству нашему возрасту. То есть в 30 лет она обновляется, растет клетка 30 дней. А в 45-50 клетка созревает за 50 дней. Таким образом, мы постоянно эту клетку подпитываем нашими кремами, то есть один крем, потом берем другой, иначе этот крем просто для этой клетки уже работать не будет. Страница 37, как раз таки вариант замены для зрелой кожи. Здесь серия Optimus, здесь идет очищение, тонизирование для сухой и чувствительной кожи. И ночной лифтинг, эффект восстановления упругости. Первое, что разглаживает морщинки. За счет запатентованной формулы Ивол 50 на 50, экстракты листьев и ягод шведской брусники. Таким образом уменьшает как бы мелкие морщинки. Второе. Помним, да, у нас недостаток эстрогена, женского полового гормона. И здесь идет растительный аналог, экстракт виноградных косточек. И третье, у нас разрушается сетка, да, эластина коллагенная, и здесь идет, повлияет эффект подтяжки за счет экстракта магнолии. И вот эту всю серию вы можете сейчас приобрести с 50% скидкой. Когда делали опрос, как вы думаете, какое самое быстродействующее средство для кожи? Все говорили там, ой, супер, там лифтинг крема, там еще что-то. Но на самом деле, самое первое по эффекту мгновенного восстановления кожи дают маски. Почему не крема? Как мы сейчас разобрались, крема действует на клеточном уровне, а клетка у нас обновляется в течение 30 дней. Маски при помощи масок мы делаем быстрый эффект. И здесь эффект целенаправленного действия. Это идет увлажнение, отшелушивание и очищение нашей кожи. Маски — это как генеральная уборка в вашем доме. Да, хоть ты и пылесосил каждый день, но как только помыл полы и протер пыль, все, сразу дышится легче. Первое — это увлажняющая маска алоэ. Мгновенно увлажняет, убирает мелкие морщинки, предотвращает обезвоживание за счет высокой концентрации алоэ барбадосского. Помните, как я вам говорила, что если ваша клеточка будет постоянно увлажнена, это будет вот такой вот виноградик. Если как только влага попала, извините, но потом клеточку вашу восстановить будет очень тяжело. Маска-пленка. Она мгновенно отшелушивает клетки и выравнивает цвет лица за счет высокой концентрации лимонной кислоты, экстракта виноградного сока. Когда вы наносите эту маску-пленку, потом нужно снимать снизу вверх.
Смотрите, если регулярно не убирать мертвые клетки, это то же самое, как ковер. Представьте, ковер с большим ворсом. И вы на этот ворс грязный, да, пытаетесь нанести крем. Он проникнет? Нет, он останется на поверхности. А если вы ковер сострижете, вероятность того, что на основание в ковер крем попадет, будет выше, но это примерно то же самое. То есть, если вы не используете отшелушивающие маски, то ваши супердорогие крема, о которых мы только что недавно говорили, они останутся на уровне вот этих мертвых скукоженных клеток, и они даже не попадут туда в глубину. Ваши крема не будут работать, поэтому не говорите, что компания Oriflame плохая, это вы неправильно используете средства, которые, мощные инструменты, которые вам дали. Следующая маска — это маска с глиной. Маска как губка впитывает в себя всю грязь, все излишки кожного сала за счет содержания белой глины. И экстракт чайного дерева оказывает антибактериальный, подсушивающий эффект и убирает воспаление. Если мы дневной ночной крем мы наносим как можно более тонким слоем, чтобы не было парового эффекта, и потом излишки промакиваем салфетками, чтобы не было парникового эффекта, то маски, наоборот, мы используем плотным слоем вечером. Причем там, может быть, даже четверть упаковки маски сразу уходит, треть, да? Вот, не экономьте на масках, иначе вы не получите того эффекта, который действительно маска должна делать, да? Что перед применением маски мы очищаем кожу и используем хорошо тоник. То есть на сухую кожу мы уже наносим маску примерно 10-15 минут. Остатки мы удаляем ватным диском, смоченным в прохладной воде. Маскопленку, как я говорила, что мы снимаем снизу вверх. И маски применяются 1-2 раза в неделю. Для сухой кожи 1 раз в неделю, для жирно комбинированной 2 раза в неделю. И еще маска алоэ, увлажняющая маска, особенно летом, можно ее применять курсами. 1 неделю, 2 недели, 7-14 дней. Для получения салонной процедуры вы можете применять сразу две маски. Отшелушивающая виноградная плюс алоэ, либо очищающая глина плюс алоэ. Но очищающая с глиной и отшелушивающая с виноградными, очищающая, отшелушивающая никогда вместе применять нельзя. Это очень сильно травмирует вашу кожу. В этом продукте я узнала от лидеров Oriflame, когда у нас была конференция в Китае. Знаете, когда вы ходите постоянно на экскурсиях летом, либо когда у вас ноги устают, отечность, есть вот такой потрясающий мусс. Ну, это действительно волшебное средство. Когда я его нанесла, после того, как оббегала не знаю сколько много территории, вот он наносится как... И послушайте, как он... шипит. Вы, наверное, не услышали, но он искрится. Знаете, вот как вот, когда вы наносите на кожу, происходит вот как вот, есть шипучки, конфетки, он потрескивает, аж прям аж подскакивает, класс. И такой обалденный сразу ментоловый эффект. И вся тяжесть сразу уходит. Поэтому, если вы едете в отпуск, у вас какие-то экскурсии, вы приходите уставшие с работы, это средство волшебное, средство вас выручит. Кот вылизывает мне ноги, там ментол, моя дорогая, надо его срочно закрывать. Вот этот кот проказник, он еще облизывается. Что, понравилось, да? Согласно исследованиям, только 15% женщин пользуются постоянными ароматами, остальные 85% меняют и используют в зависимости от настроения, от одежды. Мужчины же чаще всего привыкли пользоваться одним ароматом. И вот такой вот аромат, летний аромат, это аромат с нотками цитрона, который улучшает настроение. А вы хотите, чтобы у вашего мужчины настроение было всегда хорошее? Хоть я отношусь к тем женщинам, которые часто меняют ароматы, я влюбилась в новый парфюм Voyage Woman. Вы посмотрите, сколько им уже осталось.
И сейчас я его приобрету со скидкой, но не хочу больше я менять ароматы. Этот аромат похож на Giorgio Armani, Acqua di Giorgio Armani и Burberry Body. Аромат, который точно привлечет внимание, потому что в него входят три мощных афродизиака. Фидераж, цветок жасмина и абсолют розы. Тени страницы компании Reflame представляет продукты, которые включаются, как правило, в каждый заказ. Это самые продаваемые продукты. Однозначно вам рекомендую приобрести вот такие духи Love Potion. Почему? Этот аромат известен как один из самых мистических и загадочных. За счет того, что входит в него шоколад и специи. И это является самыми мощными афродизиаками. И поверьте, ни один мужчина не устоит от такого аромата. И чем мне нравится этот аромат, что вы можете его кинуть в косметичку, в сумочку, и неизвестно, когда вам понадобится обратить на себя внимание. Конечно же, набор мечты бестселлеров по невероятно низкой цене, практически 70%, в который входит первое. Это крем, дневной крем шиповник для любого возраста, для сухой склонной к раздражению и шелушению кожи. Дальше, что туда входит? Серия шелковая орхидея, два продукта. Это крем для душа и крем для рук. Они мгновенно восстановят кожу, которая повреждена солнцем. Да? Дальше, волосы. Возвращает волосам здоровый блеск, сияние. Входит компания Access Ginger, имбирь и алмазная пудра. Реальный эффект, я его постоянно использую. Ну и последний, это дезодорант 24-часового действия. Ну, я думаю, тоже сейчас летом будет очень актуален. Надеюсь, вам был полезен мой обзор. Если вам понравилось, то, пожалуйста, прошу поставить класс и написать внизу комментарий. Какие продукты в этом каталоге вы собираетесь приобрести, какие уже покупали, ваши отзывы. Ну все, до следующих встреч. Пока-пока! L'enfance ne s'oublie pas, je me souviens, Yama.